Это щука. Да и неплохая щука, бляха-муха. Это, ух ты, какая рыбина. Опа. Нифига себе. Опять попробуем на эту штучку. Хорошая окуняка. Пойдет. Пойдет. Еще что-то брал. Где-то покрупнее что-то. Это что-то покрупнее. Это щука. Это щука. Да и неплохая щука, бляха-муха. Это, ух ты, какая рыбина. Опа. Нифига себе. Да, это экземпляр. Это экземпляр. Ёлки зеленые. Надо под саком. Ёлки. Опа! Нифига себе! Ё-моё! Подсадь! Но она вроде хорошо зацепилась. Это рыбина хорошая. Нифига себе. Да. Пойдет. Хорошую еще окуняку взял. Ну а что, хороший окунь. Смотри, как на течение берут. Опа! Стоять, 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 стоять. Щуку выловил там, теперь окуни там разгулялись. Кидаем вот эту. Битый телспиннер, а на него нет и хватает. Хороший опыт. Ну вот, видишь, дождался все-таки хорошего окуня.
рабочий тут в спине. Смотри, как на него хватает на кушке. Все, что-то побольше. Этот покрупнее. Ух ты, как захватил, ёлки зелёные. Ну-ка, чуть подождём, ещё крупнее. Четыре раза кинул, окунь берет и берет. Аккуратно. Попробовал сегодня блесна все. Все, не все, но попробовал. Но вот этот сегодня капитально сработал.